Алло. Привет, не мог говорить, просто было заседание суда. Так а нахуй ты на заседание суда ходишь? Ну, Игорь, это решение нашего штаба. Да мне похуй, ваш штаб. Ты ж, блядь, живой человек, блядь. Нахуй оно тебе надо, Нестор? А ты когда к Днепропетровске приезжал, ты, сука, кому звонил, блядь? А? Игорь, звонил губернатору. Губернатору? И человека, с которым связывается... Так в следующий раз ты хоть будешь звонить, понял? И хуй приедешь куда-то. Чё ты лезешь, блядь, в дела, блядь? Это что, Игорь, важно? Это дело нашего товарища. Да какая мне разница? А мы не товарищи, блядь. А мы не товарищи, блядь. Алло. Алло. Игорь, я не понимаю, что ты волнуешься. Есть ли правота на стороне того человека, кого ты поддерживаешь? А хули ты в суд поперся? Нахуй ты на суд давление оказываешь? Никакого давления нет. А что ты туда припер? Я сюда не приперся, блядь. Ну, приезжай. Что приезжай? Здесь наши товарищи приехало, несколько народных депутатов. Да пошли их нахуй, вместе пройдется. С тобой забери, блядь, и съебитесь оттуда. И не оказывайте давления. Нет, ну, давай. Будем считать, что я этого не слышал. Чего ты не слышал? Это... Ну, ты прочитал то, что я тебе написал? Да, прочитал, более того. Ну хорошо, смотри. Спасибо.